Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас на обзоре палатка, в которой я отрыбалил сезон. Я много перебрал палаток и оставил для себя всего лишь две. Одну я оставил такую, более легенькую такую, чтобы ты поехал, грубо говоря, там, блин, ни полов, ничего нету, там, блин, на день там порыбалить. Вот, сейчас мы на нее снимем обзор. Ну, кто смотрел мои прямые эфиры, там видели вы эту палатку оранжевую, как она называется, какие ее размеры, габариты. Сейчас мы с вами все разложим, посмотрим, как, чего, куда, зачем, почему. Поехали. Так, погнали. Палатка зимняя, для зимней рыбалки Мимир 2017. Размер ее 240 на 240. По краям, то есть вот здесь вот, вот здесь по контуру у нас высота 190, а купол верх шапки у нас 220. Материал у нас 300 на 300 окфокс хлопком, короче. Она, ребят, двухслойная, она реально теплая, блин, обалденная. Вот, выдерживает до 35 градусов. Вот, что тут еще у нас? Размеры, ящики. Короче, давайте разберем, короче, посмотрим, что это за палатка. Берем, короче, вот так растегиваем. Вот, вот такие у нас ручки. Так. Вот, разбирается она быстро, поэтому сейчас мы с вами ее быстренько. Вот такой вот материал. Вот, двухслойная. Чем она хороша, ее, ну, ее практически не надо сушить. Вот, то есть мы берем, без разницы, какой вы край берете, открываем. И берем вот за эту веревку. Вот. И вытягиваем. То есть это у нас получается одна сторона. Потом берем, приподнимаем. Достаем с вами крышку. Достали. Берем с вами, достаем эту сторону. Достали. Так, теперь вот это. Достали. Ну, друзья, на установку уходит вообще копейки времени. Вот. Вот такая вот у него юбка длинная, которую присыпаешь, и прям все круто. Так, давайте уберем чехол. Вот. Вот такая вот интересная палаточка, которой, я же говорю, которой именно я пользуюсь. Вот, сезон я в ней отрыбалил, она реально теплая. Вот. Есть два входа. Входы вот на липучках, да? То есть, хотите вы, допустим, закрываете, закрыли. Мешается вам дверка. Также тут вот два замка, хотите вверх, закрываете. Вот. А, липучка. На липучку раз, все, она у нас никогда не денется. Поехали дальше. Дальше у нас идут вот такие вот окна. То есть берете, открываете, открыли. Здесь вот такая вот петелька, ну, как фиксатор. Вот. Вставили, закрыли. Вот. То есть, если вам вдруг будет не так уж комфортно, вам будет там жарко или еще что-то, будет просто хоп, и все, получается у вас а-ля дырка, короче. Вот, также и та сторона, все это находится на липучках. Ну, ребят, палатка действительно комфортная, она теплая, и чем она мне больше нравится, что ее габариты 240 на 240 довольно-таки очень интересные, вот, и очень мне нравятся. Что дальше? Есть вот тут вот такая дырка. Вот сюда продается отдельно, короче, штука. Вот она тоже там фиксируется, чтобы не сгорела. Тоже на липучках продается специально под трубу, короче, кольцо. Вот снаружи приклеиваете кольцо, вставляете, будет то печка, будет то теплообменник. Вот и также на липучках, короче, ну, с другой стороны залепить. Вот есть клапана воздушные, то есть вот такие вот тоже интересные. Вот. Тоже все дышит, тоже здесь все закручивается, тоже здесь все на липучках. Вот. Дуги, я вообще я не понимаю, с чего эти дуги, но они так гнутся, ребят, это просто жесть, я ее как только не гнул. Вот. Здесь вот второе окно. То есть, ну, собственно, такое же, как и здесь. Здесь второй клапан есть, тоже то же самое. То есть, он сразу открыл, сразу сквозняк пошел, воздух. Так, в целом, палатка очень интересная,
Вот. Я ее не рекламирую в плане того, что там производителя, да, а именно то, что палатка реально стоит своих денег. Что-то в прошлом году она стоила в районе десятки. Вот. Немножко ее, конечно, жизнь подмотала. Вот. А так, в целом, короче, бомба. Вот. Двухслойный материал у нее. Дышащий причем. То есть даже вот здесь черная юбка. Вот. Здесь, если немножко наполнитель там чего-то есть, то здесь вот наполнителя нету. И все равно вот эта юбка за зиму, она не промерзает. Крепится она. Здесь вот они, ушки. Вот такие вот, смотрите. Такие ушки есть. Вот, с четырех сторон. Вот. И, соответственно, на каждой стороне вот такие вот штуки. То есть веревку привязываешь, вворачиваешь в ёртыш, и все. Вот в такой рыбалке я ловлю зимой. А топовую нашу палатку, которую я вообще просто до безумия люблю, вы скоро увидите. Зададимся таким вопросом, как она складывается. Берем с вами, закрываем все двери. Закрыли. Складывается она, друзья, тоже в районе 2-3 минут, поэтому давайте пусть так остается. Берем так, раз, так, два, так, три, вот так, четыре, и вот так, пять. И все. Она у вас, и она у вас поплыла, и она у вас сразу сама сложилась. Потом берете вот так вот раз, заворачиваете. Вот так все это дело в кучу. Вот так чуток подзавернули. И все. Берете сумку. Вот. Укладываете на сумку. Так. Берем другой конец, вытягиваем. Подкладываем ее. Вот так. Раз. Так. И второй край. Взяли. Уложили. Теперь берем. У нас есть вот такие вот. Тут липучки. Не липучки, а скобы. Все вот так вот сложили, чтобы она у вас не разъезжалась. Вот так. И все. Чехол довольно-таки здоровый, комфортный. Вот, и все, и потихоньку берем и застегиваем. Ну, грубо говоря, чтобы разложить и сложить, да, для меня, как для опытного человека, который на нее не первый день ловит, вот, довольно-таки быстро, да, я думаю, для новичка. Вот, все, застегнули, вот в таком формате она у нас, получается, выглядит. Вот, то есть отдельно тут докупаются всякие, короче, вот эти вот, за то, что я вам говорил, колечко это, уголок, ну, вертыш с веревками, короче. Вот, тут был в подарок, но я не знаю, где он. Вот, тут даже инструкция есть, открывать, закрывать, ну, я, по-моему, думаю, что она вам не понадобится. Вот, ну, давайте еще раз пройдемся, вот, что у вас тут получается. Вот, такие вот характеристики. Вот. Честно вам скажу, палатка бомбическая. Я ловлю в этой палатке. Прошлую рыбалку на сетра я ловил в ней. Всем пока.